Привет, друзья! Ставим лайки, подписываемся. Итак, поехали! Филипп Киркоров. За что не любят короля российской эстрады? Почему я и многие другие люди не любят Киркорова? Я вам раскрою причины. Я хочу подискутировать на тему, связанную с нашим королем российской эстрады. Почему же Киркоров вызывает некое отвращение не только у меня? Я вам выскажу свои предположения. Чрезмерное высокомерие. Примеров много. Вот взять хотя бы один из них. Однажды довелось посмотреть его интервью. Не помню, на каком канале. Там король заявил, что один драгоценный камень на его голубом костюме стоит как ваша трехкомнатная квартира. К слову, весь наряд Филиппа был усеян этими камушками. Лично меня это сильно рассердило. Зачем вы, дорогой Филипп Бедросович, сливаете такие секретные данные? Ведь их никто не знает. Простите, зрители, за приступ сарказма. Киркоров чересчур пестрый. Возможно, это слишком странное заявление в сторону актера. Но даже для своей профессии Филипп слишком ярко светится. Его просто переполняет чувство гордости, проще говоря, понты. Опять же, я посмотрела одно из выступлений Киркорова с Басковым. Скажу честно, это было нечто. У обоих ноги разрисованы не пойми чем. Музыка показалась противной. Такое чувство, будто выступали цыгане. Но Николая можно не трогать. До такой степени пафоса он пока еще не дошел. Хотя, кто знает. Участие во второсортной рекламе. Тут я нахожу возможность осудить и Баскова. Да-да, думаю, все уже поняли, о чем идет речь. Один Феликс, а нас два. И так далее. Ужасная реклама с ужасной песней, а больше всего поражает, как Филипп согласился на такое унижение. Даже для него это уже слишком. Я уже не говорю о самом содержании рекламы. Но не знаю. Есть два варианта. У Филиппа появилась крайняя степень симпатии к животным, а именно к кошкам. Либо у него не было денег, а за участие в ролике пообещали золотые горы. Другого объяснения я не смогла найти. А что вы думаете? Сможете ли объяснить участие Филиппа в данной рекламе? И по какой другой причине он вам не нравится? Друзья, благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свое мнение в комментариях, делитесь видео со своими друзьями, ставьте лайки. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. И до встречи в новом видео!